Еще задачка про вероятность на числа. Вова выбивает. Вова выбирает трехзначное число. Значит, мы сразу понимаем, что речь идет о трехзначных числах, и нам нужно узнать, сколько трехзначных чисел. Самое максимальное число 999, минимальное 100. И сразу же приходит в голову вычитать 100. Но это неправильно, ведь 100 нам нужно. 100 делится на 50, и оно трехзначное. Нам нужно вычесть то, что до 100. 99. И поэтому получается, что 900 это всего трехзначных чисел. А теперь мы думаем, какие же из них делятся на 50. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Так, дальше продолжаем. 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950. Все. Дальше уже идет 1000. 1000 это уже четырехзначное число. Там 4 цифры. И все то же самое. Мы нужные варианты делим на всего. Сколько у нас нужных? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. То есть мы 18 делим на 900. Я сокращу на 9, получится 2 сотых. А 2 сотых мы запишем вот так, 0,2.